Связующее звено между властью и народом – общественная палата. Чиновник не прав? Обратитесь к защитникам ваших законных прав. Главной задачей очередного заседания членов Общественной палаты Щелковского муниципального района стало обсуждение внесения поправок в документы, цель которых – сделать отношения власти и представителей независимого коллегиального органа прозрачнее, ведь важно решать проблемы по мере их поступления. Заметим, что в составе палаты произошли изменения. На должность заместителя председателя назначена Елена Ткаченко, сменив на посту Евгения Кравченко. Насколько эффективны и жизненно необходимы населению решения органов местного самоуправления поселений, как быстро реагируют власти на проблемы граждан – один из главных вопросов, поставленных на заседании Общественной палаты района. Чтобы местный коллегиальный орган мог наблюдать за деятельностью администрации городских и сельских поселений, в регламент по оценке их деятельности были внесены соответствующие изменения. Среди оценки, которые проводятся муниципальными органами власти, нет таких позиций, как именно выяснение, соответствует ли деятельность администрации городских и сельских поселений общественно значимым вопросам, которые существуют в поселениях. Мы будем участвовать в том рейтинге, который сегодня будет создаваться определенным управлением администрации района. Но мы будем добавлять туда свои моменты, которые, я думаю, что возражений не примете. Мы наберем на себя функцию очень тяжелую. Может быть, мы будем очень осторожны. Может быть, каким-то образом не во всех поселениях там это будет. Главное не навредить, то есть, да, не с большим таким рвением, что мы будем это все применять. Общим голосованием решения об утверждении внесения изменений в документ рекомендации были приняты единогласно. Присутствующие также единодушно проголосовали за предложение к документу о полномочиях общественных советов, действующих при органах местного самоуправления. Эти изменения позволят наблюдать за работой глав и предлагать собственные инициативы по решению тех или иных вопросов. Я думаю, это полезная вещь для того, чтобы понимать, как общественность оценится. Ведь это уже практически объективная оценка, поскольку это труд многих из вас. Ольга Аржанова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».